Доброе утро. Сам я не люблю рано вставать. Но теперь я хожу в школу, значит, я совсем взрослый. А быть взрослым, значит, быть ответственным. Значит, делать то, что нужно, а не то, что хочется. Ну, а так, я люблю бутерброды с огурцами. Иногда обуваю кроссовки вместо ботинок. Да еще и портфель этот тяжелый. Учительница говорила, не успеешь оглянуться, и уже выпускной. Оказалось, она была права.